Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халықтың соңғы уақытта жиі-жиі наразылыққа шығуының түп себебі кедейліктен деп есептейді. Бұл туралы президент Евроньюс арнасына берген сұхбатында айтыпты. Қасым-Жомарт Кемелұлы митингтерге әлеуметтік мәселелер айтылды. Билікке ол талаптар жетті, енді біз соны шешу үшін жұмыс істейміз деді. Ал санкцияланбаған митингілер кезінде заңсыз ұсталған азаматтардан президент кешірім сұрады. Что касается демонстрантов, они действительно вышли на улицы с протестами. Сейчас проводится работа по анализу их требований. В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном они исходят из того, что люди обеднели. Они требуют от правительства решения их насущных социально-экономических проблем. Власть услышала, и мы будем работать.